Начинаем теперь одевать мальчика нашего лягушонка и начинаем мы с вами вязать худи для него. Значит, худи у нас будет с капюшоном, впереди будет карманчик, и начнем вязать с горловины. Я уже набрала 30 воздушных петель, вот, и делаю одну петлю, то есть 31 воздушную петлю. Со второй петелечки от крючка я провязываю первый ряд. Провязываем так: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Забыла сказать, я буду вязать вот с такой вот насыщенный голубой цвет, и номер это 3 семерки. Вот с такого вот буду вязать. И дальше, провязав 4, стоп, не так. Итак, начинаем мы с вами вязать худи. Я уже набрала 32 воздушные петли. Цепочка у меня состоит из 32 воздушных петель. И давайте начнем вязать с вами первый ряд. С третьей петли от крючка я буду провязывать, худи мы с вами будем вязать столбиками с накидом. Поэтому делаю накид и в третью петлю от крючка провязываю один столбик с накидом. В следующую второй столбик с накидом, в следующую третий столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. Дальше в следующую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Провязываем. Раз, сюда же 2 и еще сюда же 3. Дальше провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязав 5 столбиков с накидом, в следующую петлю мы с вами провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Провязываем первый столбик, еще один столбик с накидом и еще один столбик с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 8 столбиков с накидом по цепочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязав по цепочке 8 столбиков с накидом, в следующую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Раз, сюда же 2 и еще раз 3. Дальше провязываем по цепочке 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываю в одну петлю 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше по цепочке до конца ряда провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Все. Вот мы провязали с вами первый ряд. Вот такой вот прямоугольник у нас получается. То есть первый ряд мы с вами провязали. Теперь второй ряд, как мы вяжем.
2 воздушные петли, разворачиваю вязание, и с первого столбика я провязываю 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Дальше в следующую петлю я провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше я провязываю по цепочке 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше мы провязываем в одну петлю 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше по прямой, по цепочке я провязываю 10 столбиков с накидом. Давайте провяжем. Провязав 10 столбиков с накидом, в следующую петлю я провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше я провязываю по цепочке 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше в следующую петлю я провязываю 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же в эту петлю 3 столбика. Дальше 5 столбиков с накидом провязываю до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и вот 5. Захватываем только за полную петельку. Вот. Вот это мы провязали с вами второй ряд. Второй ряд вот такой вот получается. Теперь третий ряд. Четвертый ряд. Четвертый ряд мы провязываем. Первое это у нас была цепочка, второй ряд это было у нас третий и четвертый ряд сейчас, да. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3. 4, 5 и 6. Дальше провязываем в одну петлю 3 столбика с накидом. Дальше провязываем по цепочке 9 столбиков с накидом. Дальше, провязав 9 столбиков с накидом, в одну следующую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше по вот этой вот цепочке я провязываю 12 столбиков с накидом. Давайте я вам продиктую. 12 столбиков с накидом. Дальше в следующую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 9 столбиков с накидом. В следующую петлю провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. И последнее провязываем 6 столбиков с накидом. Давайте провяжем до конца ряда. Итак, провязали мы с вами четвертый ряд. Вот такая вот деталь получается. Пятый ряд вяжем так. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем так. 7 столбиков с накидом. Дальше в одну петлю, в следующую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем по детали 11 столбиков с накидом. В следующую провязываем
3 столбика с накидом в одну петлю, дальше провязываем 14 столбиков с накидом, дальше в следующую петлю провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю, дальше провязываем 11 столбиков с накидом, дальше в следующую провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю и в конце провязываем 7 столбиков с накидом. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно. Итак, провязали мы с вами 5 рядов. Вот такая деталь получается. Теперь 6 ряд. Делаем 2 воздушные петли. Будем соединять сейчас рукава. И провязываем таким образом. 1 столбик с накидом. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 и 9. 9 столбиков с накидом. Провязав 9 столбиков с накидом, делаем 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. И провязываем, пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков. Пропускаем, делаем накид и провязываем в 14 столбик, провязываем столбик с накидом. Вот так вот. Теперь здесь провязываем с вами 16 столбиков с накидом. Этот уже столбик считаем. Вот этот столбик считаем. И следующий. 2, 3 и провязываем 16. Так, я прошу прощения, не 16 столбиков получается вот впереди, а 18 столбиков с накидом впереди мы с вами провязываем. Я не посчитала 2 петельки, которые мы спровязывали серединки, так как мы уже делаем соединение. Теперь делаем 3 воздушные петли. Вот сделали 3 воздушные петли. И соединяем, пропуская 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот у нас... Вот это вот, видите, с одной петелечки выходит 3 столбика с накидом. Вот в серединку мы сюда провязываем столбик с накидом. И уже до конца ряда. Так, стоп. Столбик с накидом. И до конца ряда провязываем еще 9 столбиков с накидом. Вот, до конца ряда всего должно быть 9 столбиков с накидом. Этот столбик тоже считается. Давайте провяжем до конца ряда. Итак, вот мы с вами провязали, соединив рукава. И теперь давайте я еще раз вам продиктую, потому что, возможно, я вас тут запутала немножко. Итак, сначала я провязала 9 столбиков с накидом, затем провязала 3 воздушные петли. Пропустила 13 столбиков и в 14 провязала столбик с накидом. В серединке я провязала 18 столбиков с накидом. Дальше я здесь сделала 3 воздушные петли, пропустила 13 столбиков и провязала здесь 9 столбиков с накидом. Вот такая деталь у нас получается. Вот. Следующий ряд. Давайте провяжем без прибавок и убавок, просто в каждую петлю столбик с накидом. Там, где 3 воздушные петли, мы сюда провязываем 3 столбика с накидом. Можно либо по цепочке, либо в саму арочку, не имеет значения. Я буду провязывать в арку. Все, давайте провяжем 7 ряд без прибавок и убавок, 1 ряд. Итак, провязав 7 ряд, у нас получается в ряду 42 столбика с накидом. 8 ряд провязываем так.
2 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем по схеме 6 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и следующая прибавка, 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Еще должно быть 5 повторений. В конце ряда у нас должно получиться, 8 ряда должно получиться 48 столбиков с накидом. Давайте провяжем. Итак, провязала я до конца ряда. Теперь будем делать соединение. Соединять будем столбиком без накида, соединительным столбиком. Вот так вот. Делаю 2 воздушные петли. Вот так вот. И в эту же петлю провязываю 1 столбик с накидом. И дальше по кругу, без прибавок и убавок, провязываем 48 столбиков с накидом по кругу. Вот. Давайте с вами провяжем и встретимся. Итак, провязав до конца, делаем соединительный столбик с первой петлей предыдущего ряда. Вот таким вот образом. Вот так вот. Провяжем 9 ряд. Набираю 2 воздушные петли. И дальше в этот же столбик я провязываю 1 столбик с накидом. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с накидом я провязала, и дальше провязываем прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно повторить до конца ряда еще 5 раз. И в конце 9 ряда должно получиться 54 столбика с накидом. И дальше с 10 по 13 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 54 столбика с накидом. Давайте провяжем. Итак, провязала я 13 рядов. Вот такая вот худи у нас получается. Теперь последний ряд. Мы будем с вами делать обвязку в конце. Делаю 1 воздушную петлю. В эту же петлю провязываю столбик без накида. И до конца ряда провязываю столбики без накида по кругу, без прибавок и убавок. Ниточку обрезаем, прячем и приступим к рукавчикам. Давайте провяжем. Итак, я закончила, спрятала ниточки, как я уже и сказала, столбиками без накида. Уже связала, вывязала один рукавчик. И второй рукавчик мы с вами свяжем вместе. Вот так вот он выглядит. Итак, давайте с вами начнем. Начало ряда у нас будет вот отсюда. Так как я вязала между петель, то есть варочку вязала, вот этот вот ряд, который провязывала между рукавчиком, вот эти 3 воздушные петелечки, то я вставляю крючок, если вы сделали точно так же, то я вставляю крючок вот в отверстие между столбиками и начинаю провязывать. Вывожу ниточку, присоединяю, и 2 воздушные петли. Дальше сюда же хвостик мы ввязываем, сюда же провязываем 1 столбик с накидом, дальше 2 столбик с накидом, хвостик при этом ввязываем. Дальше идем на ручку, 3, 4, 5. По кругу у нас должно получиться 20 столбиков с накидом. Хвостик максимально ввязываем. Подтягиваем, ввязываем.
Я еще провяжу несколько столбиков и обрежу ниточку уже, так как она мне немного мешает. Все, обрезаю ниточку, хвостик, и продолжаю провязывать столбики без накида по кругу. Напоминаю, у нас должно получиться 20 столбиков с накидом. Давайте провяжем до вот этого вот ряда, до конца ряда вернее. Провязав до конца ряда, делаю соединительный столбик с первой петлей предыдущего ряда. Вот, вот так вот мы определили с вами кольцо нашего рукавчика. Дальше делаем 2 воздушные петли и провязываем, прошу прощения, не туда, в эту же петлю, так как 2 воздушные петли не считаются как столбик с накидом, поэтому в эту же петлю мы провязываем 1 столбик с накидом. И теперь по кругу без прибавок и убавок провязываем 20 столбиков с накидом. Значит, у нас должно получиться, вернее, мы должны провязать с вами со 2 по 8 ряд 20 столбиков по кругу. При этом в конце мы делаем соединительный столбик и поднимаемся на 2 воздушные петли. Все, давайте с вами провяжем со 2 по 8 ряд. Итак, я провязала 8 рядов. Теперь я делаю 1 воздушную петлю и в этот же столбик провязываю столбик без накидов. И дальше 9 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 20 столбиков без накида. То есть делаем обвязку рукава. Сделаем обвязку, обрежем и спрячем нить. Закрепим и спрячем ниточку. Все, давайте проделаем это. Так, связали мы с вами второй рукавчик. Ниточку я спрятала, уже закрепила и спрятала. И теперь с вами капюшон и карманчик будем вязать светло-голубой, ну, чтобы хоть как-то было какое-то разнообразие, потому что полностью все синее, мне кажется, будет слишком мрачно. Для этого я взяла вот светло-голубой. Светло-голубую пряжу, тоже плюшевую. И вот будем сейчас вывязывать с вами карманчик для начала. Поэтому я набрала 20 воздушных петель. Теперь набираю дополнительные 2 воздушные петли. И в третью петлю от крючка я провязываю 20 столбиков с накидом. Провязав 20 столбиков с накидом, нужно будет подняться на 2 воздушные петли и провязать второй ряд 20 столбиков с накидом. Давайте провяжем 2 ряда. Вот так вот получается. Итак, провязали мы 2 ряда, 20 столбиков с накидом. Третий ряд провязываем так. Делаем 2 воздушные петли. Делаю накид, в первую петлю провязываю 1 раз и петельку оставляю на крючке. Делаю накид, в следующую петлю провязываю рабочую нить, провязываю 1 раз, остается 3 петельки на крючке, только потом провязываю. Таким образом я делаю убавочку. Делаю убавку еще 1 раз. То есть вначале мы с вами проделываем 2 убавки. Проделали 2 убавки. Теперь провязываем до конца ряда, оставив 4 петельки в конце ряда, чтобы сделать с вами точно так же 2 убавочки в конце. Давайте провяжем до конца ряда, оставив 4 петельки. Итак, провязав 12 столбиков с накидом, в конце мы проделываем тоже. Мы оставили 4 петельки и делаем 2 убавки. Делаю накид,
И как в начале я провязываю только один раз, оставляю петельку на крючке, делаю опять накид и провязываю один раз, 3 петельки на крючке, провязываем. Точно так же делаем последнюю убавочку. И у нас в конце ряда должно получиться 16 столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем опять 2 убавки. Делаю 2, провязываю 2 убавки. Раз. Два. Дальше провязываю 8 столбиков с накидом. И в конце провязываю опять 2 убавочки подряд. Первая убавочка и вторая убавочка. Делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и делаю точно так же. В начале я делаю 2 убавки. Раз. Два. Дальше провязываю 4 столбика с накидом. Раз. Два. 3, 4, и в конце провязываю опять 2 убавки. Ой. Две убавки. Не довязываю первый столбик, следующий столбик теперь провязываю, и еще одна убавочка. Вот таким вот образом. Вот такая деталь у нас получилась. Теперь мы делаем обвязочку по всей детали столбиками без накида. У нас в пятом ряду должно получиться 8 столбиков с накидом. Вот в этом ряду должно получиться 8 столбиков с накидом. Теперь делаю воздушную петлю. И вот по всей детали провязываю столбики без накида. По всей детали, чтобы деталь не сворачивалась, там где мы провязывали столбики с накидом, я провязываю 2 столбика без накида. Таким образом деталь не будет скручиваться. Вот теперь на уголочке, там где у нас уголочек, я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше прикладываю хвостик и провязываю вместе. Ввязывая хвостик, провязываю столбики без накида. Все, давайте с вами провяжем по всей детали столбики без накида самостоятельно. Итак, смотрите, я сделала уже обвязочку по всей детали. Вот такая деталь получается. Теперь нам нужно пришить карманчик посерединке нашей кофточки. Пришивать я буду белой ниточкой, пришивать я буду обычной иголочкой и обычной швейной ниткой, потому что на плюшевой пряже не видно стежков обыкновенной ниточкой. Поэтому я буду пришивать. Пришивать я буду вот так вот. Сначала пришиваю низ, затем пришиваю верх. Вот эту вот часть я не пришиваю, так как это карманчик, и он должен туда заходить ручки. Так как ручки у нас широкие, вот широкие ручки, то вот эту вот часть боковую я не пришиваю. Пришиваю только низ и только верх. Все, давайте с вами пришьем эту часть и встретимся. Итак, смотрите, я пришила карманчик снизу и сверху. Вот здесь вот у нас отверстие для ручек, куда можно положить в карман ручки.
Вот, и теперь давайте с вами сделаем обвязку. Обвязку вот здесь, вот по всей детали. Так как мы сейчас будем с вами вязать капюшон. Капюшон мы будем с вами вязать тоже светло-голубой. Вот для этого темно-синий мы с вами сделаем обвязку. Хвостики будем ввязывать в деталь. Обвязку мы будем делать столбиками без накида. Вот с одного конца, наверху полностью, там, где мы делали столбики с накидом. Повторюсь, я обвязку делаю обвязку, вернее, я провязываю 2 столбика без накида, чтобы не стягивать деталь. Вот, давайте с вами провяжем по всей детали на уголочках, где мы провязываем с вами вверху. Я провязываю вот здесь вот на уголочках, вот уголочек нашего худи. Я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Вот 1, 2 и 3. Дальше этот хвостик ввязываю, этот уже можно обрезать будет потом чуть-чуть попозже. Так, давайте с вами сделаем вверху обвязку. У нас должно получиться вверху 30 столбиков без накида. Давайте с вами сделаем обвязку по всей детали и вот на боковушке. И встретимся. Итак, сделали мы обвязку вот по всей детали. Теперь мы будем с вами вывязывать капюшон. Вставляю крючок в уголочек. То есть там, где мы провязывали 3 столбика без накида, я в центральную петельку ввожу крючок. И должно получиться у нас по кругу 32 столбика без накида. Ну, вернее, мы будем с вами вязать столбики с накидом. Итак, ввожу петелечку, ввожу крючок, вернее, и делаю 2 воздушные петли. Теперь в эту же петлю провязываю столбик с накидом. Дальше в следующую петлю провязываю прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю опять 1 столбик с накидом, хвостик ввязываю. Дальше прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю. И так нужно провязать до конца, до уголочка следующего. Провязываем 1 столбик с накидом, прибавка, 1 столбик с накидом, прибавка. И так до конца ряда. Давайте провяжем. Итак, провязав первый ряд капюшона, у нас получается 48 столбиков с накидом. Теперь со 2 по 13 ряд мы провязываем вверх 48 столбиков с накидом без прибавок и убавок по кругу туда и сюда. При этом делаем вверху, вернее, в конце ряда мы делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и провязываем в обратную сторону. Давайте провяжем со 2 по 13 ряд 48 столбиков с накидом. 13 рядов. Вот такая вот длина у нас получилась капюшончика. Я уже обрезала ниточку, зафиксировала ее и одела иголочку. Теперь мы будем с вами вот это из внутренней части. Слаживаем капюшон внутренней частью на поверхность. И будем просто, можно соединительными столбиками, но я просто прошиваю. Просто вот так вот прошиваю за полупетельки вот таким вот образом от начала и до конца, за каждую петельку, вот за каждую петельку хватаю и прошиваю изнутри. Все, давайте прошьем до конца. Вот вы поняли, да, я слаживаю пополам внутренней частью и вот так вот просто прошиваю.
Давайте прошьем. Итак, вот я прошила. Когда я прошиваю, а не делаю соединительные столбики, шов не такой грубый. Вот вы можете видеть, что шов не такой грубый. В общем, выворачиваю я свой капюшон. Вот такой вот получается капюшончик. Вот. Такой вот. И давайте с вами будем делать обвязку по всему капюшончику и веревочки делать. Значит, оставляю для каких-то бусинок или пуговички на конце, то есть оставляю небольшой хвостик, где-то сантиметров 10-15. Вот. Дальше набираю цепочку из воздушных петель той длины, которую я хочу сделать веревочку. Ну вот, например, вот такой вот длины. То есть здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пусть будет 15, чтобы не забыть, что у нас вот цепочка из 15 воздушных петель. Теперь с вами будем делать обвязку. Вот одеваю самую первую петлю, нахожу петелечку и будем делать просто с вами обвязку по всей детали столбиками без накида в каждый ряд, ища свободное отверстие, и вот так вот делаем обвязку. Вот так вот получается, у нас остается веревочка, и мы с вами провязываем обвязку по всей детали. Так как мы с вами делали столбики с накидом, то столбики без накидов я делаю в длину 2 столбика без накида провязываю в одно отверстие, скажем так, потому что чтобы не стягивать само изделие. Все, давайте провяжем вот до последнего краешка капюшона. Вот так вот. Итак, довязала я столбиками без накида, сделала обвязочку. Вот дошла до последней петельки. Теперь набираю 15 воздушных петель. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Теперь обрезаю нитков 10-15. Все. И вот такие вот у нас капюшончик вот такой вот получается уже с завязочками. Вот здесь можно либо узелочки, можно просто узелочки завязать, вот, либо что-нибудь одеть, то есть какую-то бусинку или что-то. Я сейчас поищу, если у меня будет что-то, что одеть, то я одену. Вот, все, кофточка готова. Ее нужно, конечно же, немножко отпарить, вот, чтобы столбики стали ровнее. Вот, и давайте приступим с вами к наушникам. Итак, одела я уже наш худи. Вот, одеваю я через ноги. Вот карманчик очень хорошо, так у нас пальчики широкие, очень хорошо засовывается в карманчик ручки. Туго, правда, но ничего страшного. Вот капюшончик одевается не на глазки, а вот так хотя бы. На глаза тоже одевается, в принципе, ну вот так вот. Ну, в любом случае, капюшончик одевается. Снимается он очень легко через ножки. Одеваю рукава. Рукава сделала широкие, потому что, ну, у нас же пальчики здесь, уж помните. Вот. Все, теперь давайте приступим к наушникам. Итак, начинаем с вами вязать наушник. Для этого нам понадобится тоже декоративная проволока. Я ее уже скрутила. 4. У меня проволоки были 4. Вот. И немножечко я загнула кончик, чтобы можно было легко вставить. И у меня получился размер 25 сантиметров.
То есть размер самого вот этого длинного перемычки наушника будет 25 сантиметров. Связала я уже один наушник и буду вязать с вами из серой пряжи Dolce Baby 749 номер. Итак, начинаем вязать и набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ввязывая хвостик, будем провязывать прибавки в каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик ввязываем для того, чтобы затянуть отверстие. В первую петелечку мы ставим маркер. И провязываем 6 прибавок. В конце ряда должно у нас получиться 12 столбиков без накида. Дальше затягиваем вот так вот, провязываем немножко и затягиваем. И опять провязываем 2 столбика без накида в каждую петельку. И затягиваем. Итак, у нас отверстие затягивается. В итоге у нас во втором ряду получается 12 столбиков без накида. Ничего страшного, если посыпалась ниточка. Все, вот видите, отверстие затянулось. Теперь третий ряд мы провязываем. Снимаем маркер. Хвостик можно ввязывать, можно уже не ввязывать. Но я еще вяжу. 1 столбик без накида плюс прибавка. Так, нужно повторить еще 5 раз. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида плюс прибавка. Так, повторяем 6 раз. В конце 24 столбика без накида. Пятый ряд провязываем 3 столбика без накида плюс прибавка. Так, повторяем 6 раз. В конце 30 столбиков без накида. С 6 по 9 ряд, это 6, 7, 8, 9, 4 ряда, провязываем 30 столбиков без накида, без прибавок и убавок по кругу. Все, давайте провяжем по схеме. Итак, провязав 9 рядов, вот такая деталь у нас уже получается. Вот теперь будем с этого момента делать убавки. Значит, убавки мы будем делать, и чем меньше будет становиться отверстие, тем нужно нам набивать с вами холофайбером деталь. Вот деталь набивается средней плотности для того, чтобы ее можно вот так вот было сделать плоской. То есть не плотно набивать, а средней плотности. Для этого 10 ряд мы вяжем так. 1, 2 и 3 столбика без накида и делаем убавку. Так, нужно провязать еще 5 раз. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. 11 ряд мы провязываем 2 столбика без накида плюс убавка. Так, повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков без накида. И 12 ряд мы провязываем 1 столбик без накида плюс убавка. Так, повторяем 6 раз. В конце 12 столбиков без накида. В 13 ряду мы делаем 6 убавочек. При этом постепенно наполняем холофайбером отверстие. Ну, то есть деталь. Все, давайте с вами провяжем эти 13 рядов. Итак, смотрите, провязала я 13 рядов. Набила я уже средней плотности деталь. Закрепила ниточку, одела иголочку и просто стягиваем с вами за полупетельки. Стягиваем отверстие. И зафиксируем узелочками нашу деталь. Вот специально вам показываю. Да, сыпется ниточка. Вот специально вам показываю. Смотрите, вот выпуклая часть. Я в центр ввожу иголочку, а вывожу в любое место. И вот такими движениями стягивая, видите, оно стягивается, затягивается колечко, и все. И
становится плоским и не видно здесь наших узелочков вообще. Теперь путаю ниточки. Вот. Все, обрезаю. Так, обрезаю, да. Вот и вот такими вот движениями делаю плоским наше колечко. Вот так вот. Все, два колечка наши готовы. Почистить, правда, надо. Все, два наушничка готовы. Теперь давайте с вами обвяжем проволоку. Провязать ее нужно. Делаем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 3, 4, 5 и 6. И дальше провязываю без прибавок и убавок. Провязываю, ввязываю, конечно же, хвостик, чтобы затянуть колечко. Провязываю 6 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Вяжем 25 сантиметров на длину нашей проволоки. Она будет сначала закручиваться, вот, ну, потом становится нормальной. Все, давайте с вами провяжем. Хотя бы половину. Для чего половину? Чтобы вставить, потому что потом вставлять будет сложнее. Где-то провяжем с вами 10-12 сантиметров, ставим проволоку и затем будем вязать вместе с проволокой, потому что будет потом сложнее вставлять на все 25 сантиметров. Поэтому давайте провяжем сначала 10 сантиметров, 10-12 сантиметров. Так, смотрите, провязала я уже определенную часть. Вот, и за счет того, что здесь узенькое отверстие, я вставлю . Видите, она немного гнется, поэтому лучше ее заранее вставить постепенно, потихонечку, чтобы потом, потому что если связать полностью, то ее потом уже не вставишь, это точно. Все, и теперь вставили, и теперь просто продолжаю вязать. Будет, конечно, не очень удобно, но, по крайней мере, лучше так, чем потом вообще не вставишь эту проволоку. Все, вот так вот по кругу я буду продолжать вязать до конца проволоки. Все, давайте с вами свяжем. Итак, ну что ж, я провязала полностью проволоку. У меня получилось 42 ряда. Теперь последний ряд я просто буду делать убавки. Делаю убавку. Раз. Затем один столбик без накида. Затем еще одна убавка. Вот, и просто провяжу еще несколько петелек у меня получается. Все, обрезаю ниточку. Затягиваю. И отверстие тоже стянуть. Отверстие стягиваю за полупетли. И делаю узелочек. И прячу ниточку. Прячу ниточку вовнутрь. Все. Так,
Ну, еще можно, в принципе. Ага. О. Ну, уже тут, конечно, обрежем. Все. Вот такая вот получается у нас держатель наушников. Теперь давайте с вами вот эти вот там, где у нас были затяжки, мы их будем делать вовнутрь. И пришьем мы с вами вот за серединку наушника с одной стороны и серединку с другой стороны. Вот таким вот образом будут наши наушники выглядеть. Я возьму обычную ниточку серого цвета и пришью вот так вот. Можно их, в принципе, и приклеить, но я их буду пришивать. Все, давайте с вами пришьем это самостоятельно. Итак, вот пришила я наушники. Вот так вот они выглядят. Сгинать вы сгинаете так по размеру головы лягушонка. Теперь давайте померяем. Его можно, ну, носить на шее вот так вот, как аксессуар, как обычно молодежь носит. И вот так вот немного. Ну, он лежа не получается, вот когда он стоит или сидит, то можно немножко вот так вот подстроиться под глазки, выгнуть саму проволоку, вот, и вот так она стоит. Просто когда она сейчас лежа, неплохо видно. А вот, ну все, аксессуар мы с вами связали, теперь давайте с вами свяжем кроссовочки. Лежа плохо видно. В общем, вы поняли. Теперь давайте свяжем кроссовки нашему лягушонку. Итак, начинаем с вами вязать кроссовочки. Кроссовочки у меня будут трехцветные. Вот, и взяла я для начала голубой. Подошва у нас будет голубая под цвет худи. Для этого я набираю 13 воздушных петель. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше подошву мы будем с вами полностью все кроссовочки мы будем вязать полустолбиком с накидом. Для этого я делаю накид и в третью петлю от крючка я провязываю. Так, 1, 2, 3. Значит, я провязываю 2, то есть прибавочку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. И одеваю маркер в первую петлю. Дальше по цепочке я провязываю 10 полустолбиков с накидом. 2. 3, 4, 5, 6. Давайте провяжем. Дальше провязываем последнюю петелечку. 6 полустолбиков с накидом. Так. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по цепочке хвостик будем при этом ввязывать. Провязываем по второй стороне цепочки 10 полустолбиков с накидом. Дальше в последнюю петелечку от крючка я провязываю 2 полустолбика с накидом. Подтягиваю хвостик и закрывается дырочка, которая у нас вот здесь вот образовалась. Дальше я снимаю маркер и второй ряд провязываем так. Делаю накид. Хвостик можно вязывать, можно уже не вязывать. Провязываю одну прибавку. В первую петлю ставим маркер. И провязываем вторую прибавку.
2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю по цепочке провязываю 10 полустолбиков с накидом. Дальше провязываю 6 прибавок по 2 полустолбика с накидом в каждую петлю. И так повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по цепочке провязываем 10 полустолбиков с накидом. Давайте провяжем. И в конце остается 2 петелечки. Мы провязываем 2 прибавки. В одну петлю 2 полустолбика с накидом. И во вторую петлю 2 полустолбика с накидом. Вот мы закончили второй ряд. Третий ряд провязываем так. Один полустолбик с накидом. Ставим маркер. Прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 1 полустолбик с накидом и дальше прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 10 полустолбиков с накидом по цепочке. Дальше провязываем так. 1 полустолбик с накидом и прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 1 полустолбик с накидом и прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Так еще нужно повторить 4 раза. Давайте повторим. Провязав 6 раз 1 полустолбик с накидом плюс прибавка, дальше мы провязываем 10 полустолбиков с накидом по цепочке без прибавок и убавок. 1, 2 и так далее. Дальше остается 4 петелечки. Провязываем так. 1 полустолбик с накидом и прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. 1 полустолбик с накидом и прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вот так мы провязали с вами третий ряд. И четвертый ряд провязываем так. 1 полустолбик с накидом. Второй полустолбик с накидом. Ставим маркер в первый столбик. И прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 1 полустолбик с накидом. Второй полустолбик с накидом. И прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провяжем по схеме 10 полустолбиков с накидом. Дальше провязываем по схеме 2 полустолбика с накидом плюс прибавка. Так повторяем. Так повторяем 6 раз. Затем переворачиваем, провязываем 10 полустолбиков с накидом. И дальше опять по схеме 1 полустолбик с накидом плюс прибавка. Так повторяем 2 раза. Давайте провяжем. Итак, закончили мы вязать подошву. Я уже обрезала ниточку и закрепила, зафиксировала ее. Потому как я буду менять уже ниточку и вышивать бортики самого кроссовочка уже другим цветом. Если вы не хотите этого делать, вы можете продолжать вязать этим же цветом. Я буду менять на светло-голубую пряжу. Для этого я беру... И вот там, где мы закончили, перед, в эту же петлю, вернее, за заднюю стеночку петли, ввожу крючок и вывожу светло-голубую ниточку и провязываю 2 воздушные петли. Так. Раз и 2. Делаю накид и в эту же петлю провязываю
полустолбик с накидом, так как две воздушные петли не считаются за столбик, за полустолбик с накидом. Теперь хвостики мы не ввязываем, чтобы не утолщать изделие, мы их просто спрячем. Делаю накид, и теперь целый ряд, весь ряд я буду провязывать за заднюю стеночку петли. Вот, за заднюю стеночку петли провязываем полустолбики с накидом. Вот, за заднюю стеночку петли. Вот, делаем накид и захватываем заднюю стеночку петли. Вот, заднюю стеночку петли. И так провязываем целый ряд. Давайте провяжем до конца ряда. В каждую петлю один полустолбик с накидом. Все, вот так начинается бортик. И давайте с вами довяжем до конца ряда. Теперь давайте будем делать соединительный столбик. Так как соединительный столбик, я буду менять опять ниточку, то соединительный столбик я буду заканчивать уже серой ниточкой. Вот. Теперь опять поднимаюсь на 2 воздушные петли. При этом подтягиваем все. Вот. Делаю накид. И продолжаю вязать уже серой ниточкой. И уже вяжу за полную петельку. Следующий ряд опять провязываем без прибавок и убавок, но уже другой ниточкой. Если вы ниточку менять не будете, то вы продолжаете вязать той же ниткой, той же пряжей, которая у вас есть. Все, я поменяла, потому что у меня будет определенный узор на кроссовочках. Поэтому я поменяла ниточку. Все, следующий ряд мы вяжем серой ниточкой без изменений, без прибавок и убавок. Вот, и следующий ряд мы будем вязать светлой. То есть опять серую мы обрезаем уже, а продолжаем вязать голубой пряжей. Ее мы обрезаем, ее нужно спрятать, а затем опять присоединить, чтобы ниточки не было видно. Вот здесь вот, чтобы ниточек не было видно. Все, давайте вот эти вот кончики спрячем и продолжим вязание. Итак, провязала я 3 ряда без прибавок и убавок. Вот такая вот лодочка у нас получается. Итак, теперь нам нужно вывязать носочек. Для этого мы складываем пополам вот этот наш перед. Там, где у нас было 6 прибавочек, это будет наша передняя часть. Складываю я вот так вот пополам и нахожу серединку и обозначаю ее. Вот серединка. Ну вот, пусть будет вот эта петелечка. Еще раз проверяю. Ну вот, приблизительно там плюс-минус. Вот серединка. Теперь серединку мы не считаем, а считаем со следующей петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В 14-ю петелечку ставлю маркер. И в другую сторону, вот эту центральную я не считаю, со следующей петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот в 14-ю петлю ставлю маркер. Все, центральную петельку я снимаю. И вот в этой, здесь вот мы будем с вами вязать переднюю часть кроссовочка. Итак, отметили мы с вами маркерами. Теперь я буду вязать вот этой вот цветом подошвы. Значит, я вставляю крючок, снимаю маркер и в эту же петлю вставляю крючок.
Крючок вставляю за заднюю стеночку петли. За заднюю стеночку петли вставляю крючок. Одеваю ниточку, мы будем ввязывать с вами. Будем вязать первый ряд, вот этот вот, за заднюю стеночку петли нашего носочка. Теперь провязываю 2 воздушные петли. Подтягиваю петельку. Делаю накид. И в следующую петлю за заднюю стеночку провязываю полустолбик с накидом. Вот так. Дальше вяжем по схеме до следующего маркера. Вяжем по схеме за заднюю стеночку петли. Один полустолбик с накидом. Второй полустолбик с накидом. И убавка. Как я провязываю убавки? Делаю накид, вставляю крючок за заднюю стеночку петли, вывожу рабочую нить, не провязываю, делаю опять накид, вставляю в следующую петлю крючок, захватывая при этом хвостик, делаю накид, 5 петелек на крючке провязываю вместе. Опять делаю накид, опять 2 полустолбика с накидом за заднюю стеночку петли. Раз, 2. Хвостик обрезаю. Все, обрезаю хвостик. Теперь делаю убавку. Опять делаю накид за заднюю стеночку петли. За одну петельку делаю опять накид в следующую петлю, одеваю, вывожу рабочую нить и провязываю. И так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. Всего должно быть 7 убавочек. Давайте в конце первого ряда у нас должно получиться 22 столбика. Итак, закончила я первый ряд. Я тут немного ошиблась. Значит, в начале, когда мы с вами вязали, вот начало 2 воздушные петли, и со следующей петли провязываем 2 полустолбика с накида плюс убавка. Получается в конце ряда 22 петли. Теперь мы поднимаемся на 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем таким образом. Итак, поднялись мы на 2 воздушные петли. Теперь разворачиваем вязание и провязываем так. Делаю накид. В эту же петлю провязываю 1 столбик без накида уже за полную петельку. И убавка. За полную петельку провязываю убавочку. Дальше опять 1 столбик, 1 полустолбик с накидом. И дальше убавка за полную петельку. Так нужно провязать. В этом ряду тоже 7 убавок должно быть. В конце ряда второго у нас должно получиться 14 столбиков. Давайте провяжем. Итак, провязав, скажем так, второй ряд, у нас получается 14 столбиков. Вот здесь вот по кругу. Теперь делаю 2 воздушные петли. Разворачиваю вязание и теперь вяжем в обратную сторону и вяжем так. 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И теперь делаем 3 убавки подряд. Делаю накид, ну как обычно я делаю. Убавочки. И в конце 4 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3 и последняя 4. Все, провязали мы еще один ряд. Делаю 2 воздушные петли. Кстати, в третьем ряду у нас получается 11 столбиков. Во втором 14, в третьем 11. Теперь четвертый ряд вяжем так. Делаю накид, провязываю
2 полустолбика с накидом. Дальше провязываю опять 3 убавки подряд полустолбиками с накидом. Первая убавочка. Вторая. И третья. И в конце 3 полустолбика с накидом. В четвертом ряду у нас должно получиться 9 полустолбиков с накидом. Вот такой вот получается у нас. Ряд. Теперь провязываем пятый ряд. Делаю одну воздушную петлю, разворачиваю вязание и будем делать одну убавку из 9 столбиков. То есть ввожу в первую петлю, вывожу рабочую нить, не провязываю. В следующую вывожу, не провязываю. И так до конца ряда все 9 столбиков. Внимательно, чтобы не потерять столбики. Вот. Вот провязали, вывязали все столбики. Теперь просто провязываем все вместе. Вот, вот так вот. Теперь делаю воздушную петлю, обрезаю ниточку и фиксирую. Все. Вот мы с вами вывязали носочек нашего кроссовочка. Кроссовочек получается широкий, так как ножка у лягушки растопыренная, поэтому мы не можем по-другому вязать, поэтому она у нас немножко такая растопыренная будет. Вот, но зато она очень хорошо и легко будет входить, ножка будет входить в кроссовочек. Вот, теперь будем с вами вывязывать язычок. Берем опять эту же ниточку, присоединяем в начало ряда и будем вот здесь вот вывязывать. У нас должно получиться 10 полустолбиков с накидом. Хвостики все будем ввязывать. Делаю 2 воздушные петли, делаю накид. И провязываю я 10 полустолбиков с накидом. Должно получиться 2, 3. В каждый ряд смотрим, чтобы не стягивала деталь, но и в то же время не сильно растягивать. 4, 5. Вот в центральную. 6. Дальше вот этот вот хвостик обрезаю, чтобы не было слишком толстого. А вот этот вот хвостик, который у нас здесь был зафиксирован, продолжаю вязать. У нас уже 6. Дальше 7. Дальше 8. Дальше 9. И 10. Вот хвостик я обрезаю. Все, вот так вот. А вот дальше делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и провязываю опять 10 полустолбиков с накидом без прибавок и убавок. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание. И так нам нужно провязать 6 рядов. 2 мы уже провязали, еще осталось 4 ряда. Давайте провяжем. Итак, провязала я 6 рядов.
Теперь обрезаю ниточку, фиксирую. И вот такой вот язычок у нас получается. Теперь беру опять ниточку и будем делать обвязку. Обвязку по всему язычку. Вот по всему язычку будем делать. Присоединяем ниточку. Будем ввязывать ниточку. Делаю воздушную петлю. И хвостики все будем ввязывать и провязываем столбики без накида. Полностью обвязку будем делать столбиками без накида. В каждый ряд хвостики мы с вами будем ввязывать. На уголочках, как обычно, мы будем провязывать один хвостик, обрезаю, чтобы не утолщалась у нас ряд. Этот хвостик будем ввязывать. Вот в центральную, вернее, в угловую петельку мы провязываем 3 столбика без накида. И дальше провязываю по ровной, по ряду идем до следующего, скажем так, уголочка. Хвостик опять же можно обрезать и провязываем до следующего уголочка. Вот в уголочек провязываем опять 3 столбика без накида. И до следующего, до конца провязываем тоже столбики без накида и обрезаем ниточку и прячем. Итак, смотрите, обвязали мы, делали обвязочку язычка. Позже можно его отпарить, просто отпарить утюжком, и все ниточки, все столбики станут на свои места. Теперь будем вязать заднюю часть, задник. Значит, я беру тоже ниточку синюю и начинаю вязать там, где у нас заканчивается вот первый столбик нашего задника, то мы начинаем не с этого момента, не с первой петельки, а вот первая петелька, за которая передняя, где мы с вами вязали вот эту часть переднюю, и вторая, вот во вторую петелечку за переднюю полупетельку ввожу крючок и вывожу ниточку. Хвостик я буду ввязывать, делаю воздушную петлю, делаю еще одну воздушную петлю. И дальше провязываю в следующую петлю за переднюю полупетельку я провязываю один полустолбик с накидом. То есть начинаю я вязать задник, отступив 2 петелечки от язычка. И теперь за полную петельку я провязываю в каждую петлю, ввязывая при этом хвостик, провязываю полустолбики с накидом. И давайте провяжем вот до этого момента, до конца нашего язычка. Итак, провязав до конца нашего язычка, вот последний столбик, захватываем за передние полупетельки еще 2 петелечки. Вот за передние полупетельки провязываем 1 и провязываем еще одну петельку. Все, получается у нас 36 столбиков в ряду. Я делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и начинаю вязать не с первой петельки, а со второй. То есть делаю накид, пропускаю одну петельку, во вторую петлю начинаю провязывать. И дальше провязываю до конца ряда.
До конца следующего ряда в каждую петелечку я провязываю полустолбик с накидом. То есть во втором ряду у нас получается 35 полустолбиков с накидом, так как мы в первую петелечку не провязали, а провязали во вторую. Все, давайте провяжем до конца ряда. Итак, провязав второй ряд, делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание. Третий ряд начинаю точно так же. Делаю накид и начинаю не в первую петелечку вводить крючок, а во вторую петлю. И уже в третьем ряду у нас получается 34 полустолбика с накидом. И дальше вяжу до конца ряда. Четвертый ряд провязываем точно так же. Не в первую петлю, а во вторую провязываем. И дальше до конца ряда. То есть надо еще провязать 2 ряда. Давайте провяжем. Всего у нас должно быть 4. Вот 1, 2, 3, 4. Давайте провяжем. Итак, закончила я 4 ряда. Вот так вот, видите, у нас немножечко идет наискосок кроссовочки. И теперь нам нужно сделать обвязку и петельки вместе с обвязками. Вместе с обвязкой и петельки с вами провяжем. Итак, ввязывая хвостик, начинаем вот с первой петельки. С первого ряда обвязку мы будем делать столбиками без накида, ввязывая хвостик при этом. Делаю воздушную петлю и в эту же петелечку провязываю столбик без накида. Дальше делаю 1, 2, 3 воздушные петли и через ряд, один ряд пропускаю, в следующий ряд провязываю столбик без накида. Дальше опять делаю 1, 2, 3. Хвостик спрячем потом. Пропускаю 2 петелечки и в третью петлю. Вот. Пропускаю 2 петелечки, первую и вторую. И вот в третью петлю провязываю столбик без накида. 1 и 2. Дальше делаю 1, 2, 3. Третью петелечку провязываю столбик без накида. Дальше еще один столбик без накида. Дальше опять 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2. В третью петелечку провязываю. Дальше провязываю до следующей стороны. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и смотрю, чтобы у нас совпадали. Вот 12, еще 13 и 14. Вот теперь, провязав 14 столбиков без накида, делаю 3 воздушные петли и на второй стороне делаю в зеркальном порядке, делаю петелечки, пропускаю 1, 2, 3 ряд, 3 петелечки, в третью петлю, вернее, провязываю 1 столбик без накида, дальше следующий столбик без накида, опять 1, 2, 3, опять в третью петелечку провязываю еще, дальше опять 1, 2, 3. Вот первую петелечку провязываю и еще, дальше хвостик можно потом будет спрятать, делаю так, еще один столбик без накида, вот последнюю теперь 1, 2, 3. И вот в последнюю петелечку делаю столбик без накида и соединительный столбик в конце. Если у вас не будут совпадать петелечки, ничего страшного, это на куколку, и поэтому в этом нет ничего такого. Вот. Теперь давайте спрячем все ниточки и свяжем с вами веревочки. Итак, связала я шнурочек из той же плюшевой пряжи, набрала 80 воздушных петель и закрепила их, пока вот оставив небольшие хвостики.
Значит, и теперь просто она, конечно, будет крошиться, но мы сначала ее проденем вот через петельки, а затем просто на узелочек закрепим. И самое главное, подпалим. Кончики можно подпалить, чтобы она не сыпалась. Так как ножка у лягушки тоненькая, то петельки у нас практически по всей, до практически конца, чтобы не спадали кроссовки. Вот. Теперь я делаю так, несколько закручиваю, несколько слоев. Не так, распустить надо. Закрутить в три узелочка нужно таким образом, чтобы узелочек попал конкретно под конец нашей цепочки воздушной и сделал вот такой вот узелочек. Видите, не получился. Нужно еще раз. Нужно не спешить делать такие узелочки. Обрезаем, снимаем пушок, подпаливаем. Все, и она не будет сыпаться. С этой стороны точно так же сделаем. Итак, ну что, связала я кроссовочки. Вот так вот получились они. Значит, конечно, за счет того, что лапка здесь растопыренная, то они, конечно, смешно выглядят. И, ну, в любом случае, оригинально, мне понравилось. Здесь вот так вот я одела наушники. Здесь нужно немножечко вот так вот выгнуть. Они держатся, когда лягушка сидит, то они держатся. Я их вот так вот выгнула здесь вот, чтобы одеть на глаз, на глазки. И они здесь хорошо держатся. Ну что ж, связали мы одежду и для нашего мальчика. Вот, и давайте покажу еще девочку нашу. Вот как они выглядят вместе. Да, конечно, очень большие лягушки. Ну, а на сегодня я вам говорю пока-пока. Пока-пока.